В Хабаровск приехали волонтеры, которые хотят помогать медикам во время ЧС и на массовых мероприятиях. Движение волонтеров-медиков появилось в 2013 году. Его последователи есть во всех регионах страны. На первый форум в Хабаровск съехались добровольцы со всего Дальнего Востока. Занятия для участников форума проводят в спортзале Дальневосточного медуниверситета. Начали с азов оказания первой помощи. В отличие от простого очевидца, волонтер не должен растеряться во время происшествия, которое в любой момент может произойти на массовом мероприятии. Ребенок проглотил инородное тело, то у нас есть такой способ извлечь его. Многие из участников – будущие врачи, но это не обязательное условие. Вступить в организацию можно независимо от возраста и профессии. Для этого нужно оставить заявку на официальном сайте движения и, конечно, пройти обучение. Мы помогаем чаще всего медсестрам, допустим, с пациентами. Мы можем поговорить с пациентами, им очень нужна психологическая поддержка. Она иногда бывает даже важнее, чем медицинская, потому что психологический настрой очень важен в лечении. Это поможет мне освоиться в моей будущей профессии педиатрии, а также детям будет очень интересно узнать о многих других профессиях, включая мою. Уход за тяжело больными, а также немощными пожилыми людьми – это еще одно направление, по которому проходит обучение добровольцы этого движения. В программу форума входит посещение медучреждений. Волонтеры будут беседовать с пациентами и организуют для них развлекательный досуг. Спектр активности в сфере волонтерства в здравоохранении очень огромен. Около 40 видов подобных работ есть для каждого человека, который в этой деятельности заинтересован и хочет поучаствовать. В Хабаровском крае в движении состоит около 1500 человек. Организаторы говорят, что после подобных курсов участники вполне смогут найти себе работу. Если не в медицинской сфере, то в социальной точно. Александра Романова, Дарья Небора, Виктор Казаров, телеканал «Губерния».